Октябрь, 1941 год. Суровые дни. Враг рвется к столице. Оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом, генералу армии товарищу Жукову. А на начальника гарнизона города Москвы, генерал-лейтенанта товарища Артемьева, возложена оборона Москвы на ее подступах. Призыву Московского комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков и Московского совета депутатов трудящихся москвичи превращали свой город в гигантскую крепость, улицы в форты, заставы в бастионы. И педагоги, художники и сталевары вступают в истребительные отряды, в рабочие батальоны. Встали у станков, заменяя уходящих на фронт. Каждый завод, каждая мастерская готовит оружие. Непосредственная опасность угрожала Москве. И в эти грозные дни страна услышала Сталина. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей.
Великая освободительная миссия выпала на ваш долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Плюс в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмина Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе! Москвичи и колхозники Московской области железной стеной укреплений, лесными завалами преграждали врагу путь к столице.
заводы, фабрики, мастерские беспрерывно отправляли на фронт оружие и снаряды. Каждый шаг немцев по московской земле стоит им крови. Они рвутся к Москве, шагая по собственным трупам. Отребье, именуемое людьми.
и уже не одно гвардейское знамя осеняет ряды героев. Но судьба гитлеровского генерального наступления уже предрешена. По указанию товарища Сталина, военный совет Западного фронта подготовил решительный контрудар. Задача — не только сорвать второе генеральное наступление, но и начать под Москвой разгром фашистских полчищ.
Войска генерала Рокоссовского, преследуя танковые и пехотные дивизии противника, шли на Истру. Сталинские соколы беспрерывно наносили удары по врагу с воздуха. Части генерала Болдина теснят дивизии врага, отбрасывая их от Тулы. Гвардейцы генерала Белова на плечах отступающих немцев подходили к Сталиногорску. Генерала Лелюшенко устремились к Рогачеву.
Сбрасываются парашютные десанты. Парашютисты-лыжники нарушают коммуникации, наносят удары по врагу с тыла, отрезая пути к отступлению. Бойцы частей генерала Кузнецова приближались к яхраме. В Можайском направлении ведут наступление части генерала Говорова. We'll be right back.
немцев из Михайлова и Эпифани. Эту задачу выполняют войска генерала Голикова. Войска Западного фронта прорвали оборону противника. Наши части выбивали немцев из населенных пунктов.
партизаны покидают леса, где они отважно сражались в течение многих дней. Жители села Орешки встречают своих родных героев, 45 дней громивших тылы немецких оккупантов. Председатель Солнечногорского горсовета Артемий Иванович Батов едва вернулся из партизанского отряда, как его уже обступили жители города. С боя направляется он в свой кабинет. Товарищи! Братья! Солнечногорск наш! Наш Сталиногорск! Да здравствует Сталин! Так проходили в городах и селах митинги радости освобождения от фашистского ига. Отступая, немецко-фашистские звери в бессильной злобе разрушали города, сжигали села. Со станции Маклец немцы зажгли элеватор с хлебом, отобранным у колхозников. 2000 колхозников вышли на тушение пожара и спасли зерно.
Гая, немцы запирали в дома семьи и подрывали их минами. Нет вам пощады, убийцы! Ненависти к нашему народу. Они сжигали раненых красноармейцев. Они расстреливали колхозников. Они насиловали, а потом убивали женщин. Нет села, где бы не оставили они своего кровавого следа. Они дотла сожгли живописнейший город Истру. От дома, в котором жил Чехов, остался пепел. Они превратили в развалины знаменитый Ново-Иерусалимский храм, величайшее творение архитекторов Растрелли и Казакова. Thank you.
Они загадили комнату со сводами, в которой Толстой создавал героическую поэму о русском народе «Войну и мир». Рядом с могилой Льва Толстого они осмелились закопать вшивые трупы своих мародеров и висельников. Продолжая преследовать отступающего противника, части Красной Армии продвигались на запад. По 10 декабря только лишь под Москвой немцы потеряли свыше 85 тысяч убитыми. С 16 ноября по 10 декабря только лишь под Москвой захвачено и уничтожено, без учета действий авиации, танков 1434, автомашин 5416, орудий 575, минометов 339, пулеметов 870. Гитлеровский план окружение и взятие Москвы провалился. Вот они, поля великой битвы. Заводов и фабрик. На многочисленных митингах советский народ приветствовал родную Красную Армию. Каждый обещал трудиться еще лучше, производить еще больше снарядов, пушек, танков, самолетов, дать все для фронта, все для разгрома врага. We'll be right back.
Вот она, дорога на Москву и обратно. Красная армия продолжает гнать немцев. Войска генерала Конева у ворот Калинина. Части генералов Масленникова и Юшкевича выбивают врага из города. Гвардейцами генерала Катукова, вошедшими в город, предстала страшная картина немецкого варварства. Советский народ никогда не забудет этих зверств. Красная армия освободит все советские города и села.
родословная земля полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков, грабителей и убийц. Памятник славы русского оружия. Великой Бородинской битвы 1812 года вперед на запад движутся части Красной Армии, преследуя отступающего врага.